8 марта – праздник весны и внимания к женщине. В этот день каждой женщине, независимо от возраста, приятно получать подарки. Детям в этом плане гораздо проще, ведь они волшебники. И для своей любимой мамы с легкостью сотворят красивую подделку, нарисуют прекрасную открытку или покажут концерт, в котором все главные роли будут исполнять сами. Воспитанники детского сада «Колокольчик» вместе с воспитателями подготовили для своих мам, бабушек и сестренок праздничную программу, которую представили им накануне женского дня. Ребята очень старались порадовать дорогих мамочек и милых бабушек своим выступлением, ведь они к нему очень долго и старательно готовились. Малыши пели песни, танцевали, читали стихи и поздравления. Мама, мама, мамочка, солнышко мое, как с тобой радостно, как с тобой тепло, без тебя душе моей не цветут цветы. Буду счастлива тогда, если рядом ты. Когда я вижу маму, хочу поцеловать, хочу обнять так крепко, чтоб не разбить. Самым веселым моментом концерта стали игры, в которые дети играли вместе с мамами и бабушками. Ведь на то он и праздник, чтобы можно было порезвиться, пошутить и немного пошалить. Она помогает стать настоящим человеком. Когда ты неправильно поступаешь или обидел кого-нибудь, она мучает. Мамы и бабушки гордились, глядя на своих малышей. И ни одна из них не осталась сегодня без внимания и подарка. Бабушка, ты ведь старушка, ты моя любимая верная подружка. Бабушка, милая, мы с тобой друзья, пусть тебя порадует песенка моя. Каждый мамин ангел вручил ей красивую, сделанную с любовью своими руками открытку. Праздник, несомненно, привнес в жизнь детского сада атмосферу весенней радости и подарил всем его участникам маленький кусочек счастья. С праздником вас, милые женщины! Сегодня с праздником весны спешим мы вас поздравить. Ах да, забыли поцелуй воздушного отправить. Мы для вас, родных, любимых, дружно песню пропоем. Пожелаем.